Итак, мод на красивый черный такой готичный поддоспешник. Купить его можно у любого портного, нужно спустя, после того, как вы установите модификацию, да, отмотать сутки игровые, в крайнем случае двое суток, то есть сутки 24 часа. Так вот, называется полночный сет, давайте его весь купим, я потом все равно откачусь, потому что я без модификации играю, но кому-нибудь может пригодиться, поэтому я все покажу, как выглядит. Смотрим так. Снимем всю мою броню. Это, то есть аналог такой. Еще вот такая куртка есть. По броне я смотрел, там кое-что чуть хуже, чем топовая. Моя, то есть вот у меня, допустим, дублет. Нет. Вот воинская куртка. И у них, ну, все камзолы хуже, чем то, что у меня есть. Ну, не суть. Это как бы делается не из-за брони, а из-за, может быть, красоты, какой-то готичности. Чтобы заметность снизить, может быть, шум, еще что-то. Вот такие вот готичненько, в принципе, все выглядит, смотрите. Давайте попробуем с кем-нибудь поговорить. Ну да, довольно красиво выглядит. Натуражно так. Отыгрывать за какого-нибудь Assassin's Creed или не знаю там. Короче, если знаете еще красивые сет или какие-то предложения, идеи, пишите их в комменты. Как именно установить этот мод, я напишу также в комменте, который я закреплю. Предупреждаю вас, что все модификации вы ставите на свой страх и риск. Не то, что стабильная работа, а вообще работа не гарантируется. То есть, если вы там что-нибудь намудрите, или разработчики, если намудрили что-то, и у вас игра вообще перестанет работать. Так что смотрите сами, нужен ли вам это, если вы готовы рискнуть, делайте бэкапы сохранения, как я вам показывал в видео своем про сохранение. В общем, если знаете какие-то еще интересные модификации, пишите их в комменты, тоже гляну, покажу все. Все, если что-то забыл, если что-то изменится, добавлю либо в описание, либо в комменты. Спасибо.